Всем привет, это снова я. Скучали без меня? Вот и я пришла к вам. Сегодня у нас, короче, кашечка манная. Вкусная, всем приятного аппетита. Люблю я кашку манную. Очень люблю. Вот, у нас сегодня, представляете, ночью такой дождик был. Суперский. Так, правда, недолго, но был. Соседи мои, как у вас дождик проходил, пролетал? Вообще, какого там 15-16 числа должен сильный дождь, не знаю, по Свердловской области. Вот, посмотрим, у нас сейчас такая жарень, полная жарень. Ну, там мне написали, как тебя там, сама уже забыла, где-то он тебя, говорит, на Мерси довезет. Да, у нас сегодня праздник, День Металлурга, будет салют в 10 вечера, вечером часов 7-8 будут Иванушки петь. Иванушки Интернешнл. Там еще кто-то приезжает, не только Иванушки. У нас же давно не было День Металлурга, года 3. Они, кстати, даже Иванушки где-то в Ривде, что ли, будут. Что-то не помню я. Обычно у нас День Металлурга проходил на площади. А сейчас у пруда. Ну, где, короче, первый завод появился, вот там будет. У нас же тут много заводов. И, кстати, кто заметил, когда я вот ночью сижу, да, в трансляции на улице, у нас очень шумно шумит завод. А, еще просили показать мою собаку. Зачем? Собака во дворе, и жарко. Считайте, она под шерстью. Как рыжему жарко, да. Но собаку нельзя поливать водой, потому что у него будет, может быть, сердце плохо. Хотите кашку манную? Приходите. Кстати, Галине из Израиля, по-моему. О, привет. Она говорила, я бы тоже хинхали поела. Ну да, они вкусные, хинхали. Ну, хвостика нет, обрезали. У хинхали было обрезание.
Да, надо сходить, короче, в магазин. Блин, ну по такой жаре, как пойти в магазин? Я даже не знаю. Все бабы как бабы, а моя богиня. Так что, не знаю, поеду, не поеду я на день металлурга. Что-то в такую жару не очень охота. Посмотрим. Она может ходить мороженку купить. Дыньку. Или не стоит? Говорит, не кривляйся, когда ешь. Ну, не могу я так. Не хочу. А как жили? Вкусно. Не знаю, может сегодня ночью буду в эфир. Так что готовьтесь. Вы же знаете примерно, во сколько я выхожу в эфир. Вот вчера с Аней разговаривала. Нютка, тебе привет. Ой. Жарко. Липнут волосы, липнут. Говорю, выйду 10 часов вечера по Москве в эфир. Ну и все, короче, мы с ней поговорили по контакту. Я уснула. Что-то так-то и не сложился у меня эфир. Понимаете, да? Не знаю, может сегодня сложится. Но если что... Я вам говорю, в 10 часов вечера по Москве. Так, 10, значит, это у вас где-то... в 11 я выхожу. И 9 часов у вас будет где-то. Москва. Вот так, об 11 раз, 2 часа отнять. Да, 9 часов у вас будет. У нас будет 11, у вас 9. Ну, у кого-то больше, у кого-то меньше. Ну так уж. Ну что ж, ждите, девки. Очень вкусная кашка. Ну, говорят, манка не полезна, ну ладно, что теперь? Что-то мне уже челку постригать. Да? Челку. Вот если бы я волосы не обстригла бы, еще бы жарче было.
Вы представляете, сейчас такая жара, ну, градусов 40 у нас. Ну, сейчас, короче, что-то потемнело, может, гроза будет, может, дождь будет, не знаю. А может, и не будет. Но все равно так парит, аж невозможно. Даже никуда не выйдешь. Вот так вот, да. Вкусная каска. Ладно, всем, короче, спасибо за просмотр. Ну и что, пойду я, наверное, в магазин куплю мороженое. Не знаю, какое. Может, арбузное, может, дынное. Сбегаю. Что тут мне 5 минут бежать? 5 туда, 5 обратно. Вот так вот. Ну, все, всем, короче, пока. Ждите меня, ждите. Я знаю, вы меня ждете. Всем пока.